посмотрим, а как перезимовали уссурийские груши. Как перезимовали? Хорошо перезимовали? Нормально. Вот, прикоп вертикальный. Груши боятся выпривания, поэтому я научил Сергея не совать их под снег, то есть под это, под углом, вот, закапывать штамбы. Все-таки абрикос. Ну ладно, смотрим на этот процесс. Дело в том, что ты пробовал выкапывать саженцы, еще не выкопал? Ну, часть выкапывается. Часть выкапывается, да? И вот, значит, получается так, что сегодня у нас 12 апреля, да? Вот, вот они, прививки сделаются. Книжка. Вот Сергей сидит на стульчике, иначе он бы так же угробил бы ноги, как угробил их я. Работают они в паре, работают медленно. Если бы вы видели, как работают на Западе, где они срезы делают с помощью станка, вот это я вам скажу, да. Там скорость раз в 5 выше. Но здесь проблема в другом. Здесь нам нужно качество. Дело в том, что питомник знаменит, и уже к нему приходит слава по качеству саженцев. Значит, вот это вот абрикосы манжурские. Когда ты их посадил сюда? Осенью. Осенью? Лютая зима. Скажи, хоть один замерз? Нет, подмерзания нету. Нету, ни разу не видел. А ты покажи. В этом году вот же. Другая проблема, вот он на срезе. Вот он, да. То есть подмерзания вообще нет? Нету, переизбыток влаги. Переизбыток влаги был зимой очень. Ага, для нас 30 сантиметров это ниже, чем среднее по России. Ну, у нас больше было, чем 30 сантиметров, потому что я чистил перед этим питомник. Больше было, чем 30? Я сам мерил. По колено, ну это же не 30. А, ну это уже прилично, это уже еще не сибирская норма, но уже это. И теперь получается, что... Внутри, то есть кора. Ну это несколько штук из 100, то есть штуки. А эту цифру я называл. У меня получалось из 20 1-2. Когда вот такой же год был снежный. А у тебя сколько получается? Из 100? Ну, из 100 штуки 2-3 попадаются в ряду. Ну все ясно. Хоть это называется первичная селекция. Для посылок саженцы неимоверно крупные. У тебя эти клиенты не матерятся потом, когда получают посылку, да, где 1/3 от того, что... Нет, у меня же коробки нестандартные, я их заказывал. Ну, с какой длины? 75 сантиметров. 75. Ну, это, конечно, не почтовая. Это нет, сразу. Есть 75, есть 95. 95. Да, все равно 75. Режешь. Что ты будешь с ними делать? Ведь у тебя вот они, первоклассные, вот тазики, ну, лежат. Нет, там можно что-то еще выбрать. Ну, то есть это...